Всем привет! С вами канал Лакшми Гол. Сейчас мы находимся в Бангкоке. В чем отличие Бангкока от всех других городов, в котором мы раньше побывали? Это, во-первых, духота, влажность сумасшедшая. То есть сейчас январь, ну реально душно, жарко, кошмарно просто на улице. Неприятные запахи из канализации, конечно, это жесть. Этого вы на фотографиях и на видео не увидите. Вот. Вторая неприятность – это огромные небоскребы. Хотя вот мы выросли в Киеве, вроде бы в большом городе, но эти огромные небоскребы, они первый день произвели такое гнетущее впечатление. Как будто ты муравей, и на тебя сейчас обрушится вся эта громадина. Вот. Третья такая неприятная особенность – это какой-то хаос, ужасный на первый взгляд. Огромное количество транспорта. И метро едет, и электричка, и машины, и все что угодно. Это все в куче, это все. Но с другой стороны, этот хаос регулируемый. Вот, и таких огромных заторов каких-то мы не наблюдали. Потом, в чем еще плюс? Плюс, что между торговыми центрами есть пешеходные дорожки на втором этаже. И очень удобно ходить сверху над всем этим транспортом, всем этим ужасом внизу. Вот, и все эти дорожки, они крытые. Многие оборудованы эскалатором и траволатором. То есть очень легко и удобно передвигаться. Вот. Еще одна неприятная особенность – это огромнейшее количество людей. Просто масса, масса, толпа. Узенькие тротуарчики. Вот. И эта толпа, она вываливается с этих тротуарчиков. Вот, теперь о приятном. В Бангкоке находится множество достопримечательностей. Очень красивая гора Golden Moon. Шикарная просто вид с нее. И на нее не тяжело подниматься. Там пологие ступеньки. Храм лежачего Будды. В общем, тут есть на что посмотреть. Итак, с вами был канал Lakshmi Gold. Если видео было вам полезным, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, всем пока!